Привычный ритм отдыхающих нарушает сигнализация. Под присмотром вожатых дети незамедлительно покидают свои отряды и уходят на безопасное расстояние. Как оказалось, это всего лишь учебная тревога. Сотрудники регионального МЧС провели для воспитанников лагеря «Волжанка» день безопасности. После эвакуации ребята поучаствовали в эстафете на звание «Лучшая пожарная дружина». Юным пожарным предстояло пройти полосу препятствий, принять тревожный сигнал в службу 01, позвонить и сообщить о пожаре. Ответственный этап – спасение пострадавшего, где участникам предстояло на руках перенести условного пострадавшего из очага пожара в безопасное место. Все лагеря с технической точки зрения оборудованы самыми современными установками противопожарной защиты. Но не меньшее значение имеет и знание персонала, знание детей, требования пожарной безопасности и их выполнения. Но, пожалуй, самым сложным этапом оказалось тушение условного пожара. Сотрудники МЧС отметили, что вожатые и их подопечные отлично справились с небольшим экзаменом. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».